Я Иванов Виктор Филиппович. Родился в Хоринском районе, в селе Хасурта. В 83-м году закончил школу, поступил в БГУ, стал педагогом, приехал работать в родную Хасурту. И всю жизнь, 38 лет, проработал учителем в местной школе. Только приехал в деревню, сразу начал собирать краеведческий музей. Стал собирать наши все местные традиции. Создал фольклорную детскую группу «Матрешка», это дети вот пели. Ну, естественно, заинтересовался костюмом, ткачеством. И вот много лет учил, чему вот сам научился. Кацкий стан, или станок, или кросно, как раньше называли, состоит из деревянной основы, вот эта рама, которая называется станина. На станине есть два плеча, левое плечо и правое плечо. На этих плечах имеются вот такие вот зазубринки. Для того, чтобы в эти зазубринки вставлялась палка, на которую навешиваются покатки. Вот эти катушечки семейские называют покатки. На эти покатки на кожаных ремешках подвешивается нит. Бывает две, ну, то есть пара, бывает две пары. К нитам привязываются вот эти педали, называются проножки у семейских. Вот. С помощью педалей подкатков у нас двигаются ниты, которые создают зев в ткачестве. Сзади вставляется задняя колода, на которую накручиваются нити основы, которые в дальнейшем ткутся. А спереди у нас вставляется второй вал, который называется пришва. К этой пришве как бы пришивается, прикручивается готовое изделие. Чтобы изделие не раскручивалось и основа имела определенное натяжение, все это фиксируется притужальником. Притужальник состоит из гвоздя, решетки и чеки, которая вставляется в пришву. Так, для использования ткачества поясов вот именно такой станок используется. Ну а если мы ткем дорожку или полотенце или какую-то ткань, то кроме вот этого еще спереди навешивается большое бердо, такая решетка, расческа, что ли, которая прибивает, уплотняет ткань. Ну вот основное такое вот содержание станка. Но станок этот постоянно разбирается. Почему? Потому что в зимнее время хозяйка заносила его в дом, собирала, а потом на лето оно разбиралось снова. А разбирается оно с помощью вот этих продольных брусьев. Брусья вытащил, и все это можно разобрать, смотать, сложить, связать и прибрать. Всю жизнь прожил в деревне, и детство прошло больше с бабушкой. Родители в совхозе работали, им некогда нами было заниматься. Летом мы бегали где-то там на пруду, купались в речке, ели бабушкины лепешки вкусные. А вечерами зимними она очень много рассказывала про старину, как сама вот в детстве была, какой. И вот когда они собирались с бабушками много, пили чай у самовара, или старички, деды сидели на лавочке, то вот это меня почему-то, я не знаю от чего, может, это просто природой дано, я к этому прислушивался. Мне было все интересно. Начинаем наше ткачество с изготовления основы. Вот действительно, что основа – это основа всего пояса. Берется стена, на стене вбиваются гвозди такой длины, какой нужен нам пояс. И вот на первый гвоздь закидывается вот такая вот петля. И начинаем готовить основу. Так, проходит у нас нить через этот гвоздь, потом через этот, потом через этот.
И получается у нас вот здесь восьмерочка, обязательно должна получиться восьмерочка. Возвращаемся, переходим снова петлю, делаем, снова возвращаемся. И снова также таким же образом делаем восьмерочку. Так, вот у нас таким вот образом. Какую вы хотите? Это у нас, например, закраечка пошла. Четыре нити, все. Мы ее отрываем и берем вторую нить. Например, я беру оранжевую, мне нравится, чтобы наш пояс был нарядный, красивый, яркий. Мы связываем с этой ниточкой и снова снуем. Вот это называется снование. Некоторый раз, когда люди быстро туда-сюда ходят, то у нас в деревне говорили, ну что ты снуешь туда-сюда, туда-сюда. А это вот и получается, что это со старины. Наши предки так сновали себе для ткачества нити. И вот, пожалуйста, тут два варианта уже есть, оранжевый и зеленый. А какой вы там хотите пояс, узор, может быть, и черную добавить, коричневую ниточку. Самое главное, нужно запомнить, что вот здесь у нас получается такой замочек, который ни в коем случае при заправке станка вы менять не должны. Поэтому для этого существуют на станке вот такие две дощечки, которые называются цены. Вот так мы их переносим на станочек, вот сюда. И вот у нас вот здесь уже последовательность этих нитей никуда не денется. Если одна ниточка куда-то оторвется или провалится, или упадет, то все основания и вся основа пойдет на смарку. И пояс не получится. Когда мы основу перенесли на станок, то ее наматываем вот на задний вал. Вот у нас эти драгоценные цены, которые фиксируют последовательность нитей. Эти нити мы берем и влаживаем в задний вал, в заднюю колоду. Вот так вот влаживаем и прижимаем вот этой палочкой фиксирующей. Так, привязываем вязочками, чтобы она никуда не убежала. С одной стороны и с другой. В ткачестве все время постоянно имеются палочки и вязочки. Но зато получается очень красивое рукоделие. Так, зафиксировали основу на задней колоде. И теперь начинаем заправлять эти все нити в нит. Вот это называется нит. Это старинный нит, изготовлен из конопляных волокон. Сейчас мы современные могут использовать капроновую нить, вяжут свои вот эти ниты. Что собой представляет нит? В ниту имеется вот такой глазочек. Вот он, глазочек появляется. Он не дает ни вверх, ни вниз этой нитки, а только бегать за самым нитом. Значит, мы отсюда берем первую ниточку, вот так разделяем ее, вот по цене, вот она у нас отделилась, первая ниточка. Берем ее и вставляем в первый нит в глазок, а это пропускаем. Пропускаем. И фиксируем на пришве. Берем вторую ниточку. От первого нита мы ее пропускаем, но зато вставляем в глазок второго нита. И также фиксируем. И в такой последовательности одну ниточку в этот нит, вторую ниточку в этот нит, одну ниточку в этот нит, вторую в этот нит. И так, пока вся основа не будет у нас зафиксирована на ниту. Затем привязываем все это мы к пришве и наступаем на педаль. Когда мы перебираем педаль и смотрим, то вот здесь вот зев у нас виден. Если мы неправильно что-то где-то вставили, то зев нарушится. Если у нас ниточки одна от другой отделяются очень хорошо, значит, мы работу выполнили правильно. Вот. И потом начинается непосредственно само ткачество. Нити имеется трех видов. Это
закрайки так называемые, то есть края вот эти. Потом фоновые нити семейские называют их землей. Фон – это земля. И узорные нити, или так называемые крючки и шагайки, их семейские называли. Фоновые нити намного тоньше, а узорные нити толще, чтобы четко потом просматривался узор. В станок вставляются они в такой последовательности с середины, чтобы узор расходился на две зеркальные стороны. То есть на этой стороне столько же нитей и на этой. Так, работают в процессе ткачества только узорные нити. Фоновые и закраечные нити, они переходят с помощью нита и с помощью педалей подножек, и с помощью ног. Итак, формируем зев. Вот он зев, то есть разинулись наши нити. Верхний ряд и нижний ряд. В этот зев я продеваю свой палец, вставляю бральницу, вот такой нож деревянный. Обычно его делают из пород дерева, таких твердых. Ну, береза. Она, во-первых, гладкая и прочная. У вас здесь лес рядом. Но тут грибы, говорят, есть. Я очень большой грибник, вот в деревне-то. Но говорят, что вот сюда. Но нынче есть они, нету, не знаю. У нас там же земляника, ой, нынче земляники было много. Да в деревне-то. Один раз съездили, сумели. Ну, теперь уже тут, зато здесь теперь у нас сад свой. Тоже никогда груши, яблоки, например, ранетки, вон там настоящие прямо яблоки растут. Начинаем формировать узор с помощью деревянной бральницы. То есть мы опускаем одни нити, другие поднимаем, которые нужны и которые не нужны, чтобы вот образовался вот такой вот узор. Итак, работаем только бордовыми узорными нитями. Первую раздвигаем, значит, нити верхнего ряда и поднимаем из нижнего ряда нужную нить. А вот эти две, которые не будут участвовать на данный момент в узоре, мы их прячем, опускаем вниз. Снова раздвигаем верхний зев и поднимаем из нижнего нить. Потом смотрим формирование рисунка. Видим, что правильно идут нити узора, формируются. Ставим бральницу, нож на ребро. Для чего? Потому что два образованных зева уже есть, а третий его создает бральница. То есть она взяла с нижнего ряда себе те нити, которые нужны. Берем вот такой челночок с уточной нитью, проводим его в зев, притягиваем. Здесь нужно заметить, что вот с этой уточной нитью мы формируем ширину пояса. Если сильно затянуть, то получится вот он уже. Если расслабить, то получится шире. И тогда пояс будет вилять как бы. Чтобы была одинаковая ширина, нужно просто приспособиться и набить, как говорится, руку. Так, прибиваем. И тут ногой и с помощью педали мы меняем зев. То есть у нас перешли нити. Нижние перешли наверх, верхние перешли вниз. Бральницу мы выбираем, и чтобы у нас пояс был плотный, то вот такой прибивалкой прибиваем плотно. Вот. Все, первый этап прошел. Берем снова бральницу, снова смотрим, ага, какой же у нас идет узор дальше. Дальше у нас узор пошел такой. Нижнюю поднимаем вверх. Верхнюю прячем вниз, нижнюю поднимаем вверх, нижнюю прячем вниз, верхнюю поднимаем вверх, смотрим. У нас здесь сразу видно, что вот узор пошел правильно. Снова бральницу ставим на ребро, проводим челнок с уточной нити, закрепляем узорный ряд, подбиваем, меняем снова с помощью другой ноги зев. У нас зев поменялся. Что?
чтобы, еще раз говорю, чтобы плотный, красивый пояс был узорный, его подбиваем вот таким приспособлением. Постепенно у нас с помощью того, что мы физически натягиваем эти нити, пояс слабнет. Поэтому мы берем и разбираем притужальник. У нас есть такой притужальник, который поворачивает эту пришву. Притужальник поменяли, снова зафиксировали. У нас, во-первых, пояс подкрутился, готовая продукция. Во-вторых, он у нас натянулся. Так, поменяли зев и снова начинаем работу. Так, первую нить поднимаем. Вот это только работаем бордовыми нитями. Вторую опускаем. Так, третья нам тоже не нужна. Так, эту оставляем, две опускаем, крайнюю снова поднимаем. И вот мы работаем только узорными нитями, у нас узор получается. Закраенные нити, они переходят то вверх, то вниз и создают свой такой вот своеобразный рисуночек. Поэтому работаем только вот этими вот нитями. Это пояс узкий, широкий, ткутся в такой же технике, только очень много нитей и перебор большой. Перебор очень большой. Это надо время. Очень хорошее зрение, глаза, внимание. Можно ошибиться. Если тут, предположим, 300 ниток, и каждую надо одну опустить, другую поднять, это сложно. Вот. Сколько по времени уходит? На пояс? Угу. Да, около месяца. Если качественный вот такой широкий пояс ткать... Но это сложно, это один пояс, и вот ткать это вот каждый, вот это вот каждый ряд надо вот руками набрать, все это пройти. Но это еще узкий, а если я вот сейчас говорю, если широкий, там 300 нитей, их нужно каждую перебрать и знать какую, математически все это не ошибиться, сложно. Помимо ткачества поясов, ну, я еще занимаюсь ткачеством дорожек. Это такие вот половички. И ткачеством полотенец, который семейские рушниками называют. Принцип почти такой же, только здесь вот используется бердо, который уплотняет ткань. И ширина другая. Вот. Тут своя символика. Вот, например, это свадебное полотенце. Почему? Оно, во-первых, такого небесного, небесно-беловато-голубоватого цвета. И здесь изображается узор совершенно другой. То есть вот вверху это такие куколки, люди. То есть многодетная семья будет, обещают, когда молодых благословляют этим рушником. Внизу мы видим животных. Это желают, чтобы в семье была полная чаша всего. В том числе скота, достатка. Вот. А это хлеб да соль, это встречают гостей уже в дом. Тут тоже, ну, если подарочный экземпляр кому-то, то, пожалуйста, здесь тоже изображены курочки всевозможные, петушки. То есть всегда желают гостю крепкого здоровья, благополучия, ну и так далее. Традиционный красно-черный цвет, это вот у семейских был раньше. Но я вот добавляю, сейчас вот смотришь в интернете везде, это вот западные, там Украина, Белоруссия, когда-то наши предки жили тоже там, я думаю, что, может, они пользовались таким цветом, но здесь уже вот голубой, синий цвет использую. А в основном это традиционно черно красный цвет на белом фоне. Ну, кисти обязательно здесь. Вот это тоже все вяжется вручную. В чем секрет вашего оптимизма? Вашего тут? Ой, как у нас старинные люди говорили, родился с лысиной, помрет с халзаниной. Уж какой я, видимо, родился, какого мамка родила. Ну, такое есть до старости. Притом я всю жизнь в школе работал. Меня, видимо, вот мое вот это молодое задорство, дети поддерживали. Я с ними был как ребенок, но всю жизнь вот. И пел, и плясал, и все. И так вот. Оп, оп.
Раньше жили хорошо, шили сарафаны, а теперь все уже, аж коленочки наружу. Оп, 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 оп. Ну, я считаю, ремесло когда-то было необходимым, потому что человек жил, это жизненно необходимо было, ткачество, гончарство, там все такое. А сейчас вот поверьте, что любая вещь, подаренная вам, вам на день рождения, на праздник, и сделана своими руками или руками какого-то творческого человека, она намного теплее, приятнее, чем оно какое-то разнообразие. Поэтому это как бы согревает душу, повышает уровень человеческий, именно художественный уровень. Потому что, развивая руки, мозг, мы развиваемся сами. Риторика, вот, моторика всякая разная, да, и я не знаю, но народное творчество – это творчество. Человек не должен быть бездушным, ни творческим, никаким. И у каждого должны быть свои увлечения, а когда увлечений нету, то это что, все? Вот молодежь сейчас чем меня волнует, что они каждый уткнутся в эти телефоны, что-то там сидят, у них все это виртуально получается, жизнь. А здесь, когда все своими руками прощупаешь, да своим трудом все это сделаешь, да вложишь туда силы, где-то, может быть, залог. Вот знаете, ткачество нужно ткать с душой и радостно. Если ты сидеть будешь горевать, говорят, все туда забиваешь, в это качество свои, вот эти эмоции, ну, отрицательные все. Поэтому нужно это все с душой делать, и тогда вещь, которому ты ее подаришь или продашь, она тоже будет его радовать. Виктор Филиппович, как думаете, а зачем нужно изучать историю родного края, там, знать род до седьмого коленка? Для чего? Какая цель? Я вот даже хочу сказать словами Галданова стихотворение такое. Мы здесь живем, мы вглубь земли вросли, здесь предков наши вечные могилы, чтоб наши корни вырвать из земли, ни у кого такой не хватит силы. Мы не должны расти Иванами, родства непомнящими. Если мы не будем знать свои корни, откуда мы пришли, мы просто не сможем устоять на земле. У нас корни должны быть в земле, и мы должны четко-четко стоять и знать, кто мы и что мы. И поэтому у каждого своя культура, у каждого народа. И, как говорится, каждый кулик хвалит свое болото. Я думаю, какой мой народ крепкий в вере, в самосознании. Вот столько за всю историю свою, столько они прошли, но человеческий облик не потеряли и остались крепкими верой и духом. Человек на земле, ну, это вот такая песчинка. И, как говорится, жизнь прожил человек, и ветер дунул, и он может погаснуть в любое время, непредсказуемо. Поэтому нужно задумываться о смысле жизни. Ой. И каждому найти место, наверное, в этой жизни. Вот даже я вот как-то тут я потерялся. Не могу дальше сказать.